Скажи всем привет. Привет. Привет, привет. Ты такой мне... Ты стесняешься? Нет, ничего не видно, потому что солнце. А. Так, либо это продолжение, либо новый влог. Мы с Ритой забрали мебель. Там есть один Марин столик, возможно, тебе подойдет, а возможно, нет. И, честно говоря, я вот иду в магазин посмотреть, а я даже не знаю, что смотреть, потому что мне нужно... Я не знаю последовательность. Мои все знания базируются на рилсах просмотренных. То есть на 10-секундных каких-то роликах, в которых ничего не понятно. Но очень быстро, легко и красиво. У меня тоже такой план, что все так и будет. Я единственное понимаю, что вот это вот сендинг машин шлифовочная, не шлифовочная, а для наждачки. Ну, в принципе, она есть у Эдика, ее можно арендовать. Надо посмотреть, сколько она стоит. А есть какая-то жидкость, которая прям помажешь, и оно все снимается. Ой, какое кресло потрясающее. Господи, когда-нибудь мы купим зонтик или что-нибудь из этого. Там же наверняка нужны какие-то праймеры и так далее, и так далее. Плана как бы нет никакого, в принципе. Вот есть все для paint. Подожди, а мы не сказали, что мы делаем в моей комнате. Что мы делаем в твоей комнате? Мы меняем мою комнату на мой новый стиль. У Марины будет новый стиль в комнате, потому что она уже взрослая. Мне нравится вот такой немножко с розовинкой. Подожди, я сейчас выберу все, которые мне нравятся. Так, внезапно, негаданно мы оказались в Хобби Лобби, как говорит Марина. Как я говорю, в Хобби Лобби. И тут прям Истер, такой прикольный, прям что ж захотелось камеру включить и с вами поделиться. Зайчики, посмотрите, какие кайфовые. Да. Да что ты? В общем, очень много бани. Мы купили с Мариной у Джорджа день рождения сегодня. Джорджа вот такой вот подарок. Ну и Марине тоже такой перепал. И еще там для браслетов, в общем, накупили. Я себе living room, а Джорджа... Бедрум, видимо. Bedroom, да. Да, Марина сказала, что ничего страшного, что 14+. Марина с этим справится. Ну, если что, подключится мать 38+. А сейчас поедем домой, и у меня по плану шкурить стол. Да, Марин? И будем еще мы... Еще желательно... А? Упаковать эти. Я пойду к Джорджу с ней. Когда она откроет, я с ней это сделаю. Ты думаешь, что за один раз это сядешь и сделаешь? Ну, не знаю. Может, сегодня сделаю. Я думаю, придется делать лет до 14 это все. Батарейки там еще not included. Итак, мы приехали домой. Вот она, наша цель. Скажем так, Марина вчера здесь не удержалась, уже пошкрябала 80-очкой. Дука сказал, что 80-ка это too much, но кто ж его будет слушать. У меня здесь в наборе 3 наждачки, зерно на 80, 120 и 220. Сейчас будем шлифовать. А для вот этих участков я взяла вот этот вот стриптизер. Кстати, стриптиз у нас заиграл новым смыслом. Стриппер. Страйпер. Стриппер. Переводится вот Stripper. Так. Стриптизерша. Раздевать Stripper. Получается. Значит, я его купила. Пришла домой, посмотрела отзывы. У него рейтинг 2/5. Поэтому, возможно, я сразу пошла, чек отложила. Возможно, придется вернуть его в магазин. А так давайте начинать. Я вам протянула удлинитель. Эдик мне любезно предоставил машин. А, вырезать надо все, наклеить вот эту штуку. Ну да. Точно.
ужасно, мне нужны ножницы и карандаш. Ну, а Марина убежала к Джоджо. Да, у Марины стоял выбор либо пилить со мной, шлифовать, либо к Джоджу сходить. Я уже, он тут себе нашкрябала, уже испортила маникюр. Была выбрана подружка. Ничего, ничего, подождем 30 лет, посмотрим, что она выберет. Итак, первый провал. Я придумала, что вот эти штуки квадратные, я их вырежу и приклею. Не было у меня мысли, что это невозможно. А оказывается, там, видать, какая-то другая должна быть поверхность. Эти, видать, для ручной зачистки. Оно должно приклеиваться. Оно не приклеивается. Поэтому план меняется, влог продолжается. Оно, конечно, вручную прекрасно все сдирается и царапается. И ради эксперимента посмотрим, как работает эта жижа. Допустим, на ровном. Ой, позвонила Эдику, высмеял меня, конечно. Он мне предлагал взять... У него были эти штучки. Я говорю, да ладно, я куплю. Ну, купила. Зато вот это, смотрите, работает. Я считаю, что абсолютно неплохо работает. Было бы, конечно, все еще неплохо найти перчатки. Но вытирается. Видите, цвет как меняется. Да, наверное, все-таки, чтобы у меня сейчас кожа еще не слезла до костей, это будет у вас влог. Так вот, Эдик предложил выключить влог и не позориться. Такой план. Я сейчас Марину повезу на sewing класс. Наверное, заеду все-таки в Лоус, посмотрю, что они предлагают для машинок, которые у меня есть. Так, а тут что? Вот это, конечно, самое... О, как хорошо! О, когда дольше, прям легко снимается. Вспомнила, что я в рилсах видела, что сошкребают не такой штукой, это я придумала. Это я просто думала по поводу вот этих вот рельефных штучек, как туда подобраться. А в рилсах они, знаете, как делают? Вот так, сейчас покажу. Так, ну давай показывай, что у тебя. Что приехало? Капсула времени. Капсула времени у тебя? Угу. Так. В 16 лет ее будешь открывать? Да. Да, через 5 лет. А что там, только твои вещи? Ну да. А ты хочешь капсулу времени? Я уже сделала. А, окей. Извини. То есть мы ее откроем и положим сюда вещи всякие. Угу. Я подумала, Never did I ask me to throw this box away. Special. Значит,
Мне даже в мире не сказали. I'm bringing you in my room. Wallpaper. Сейчас я влог записываю. Так, у нас, во-первых, вот здесь вот домик делается, еще не готов. Потом вернемся к этому. Так, очень интересно, ничего не понятно. Фотообои, в общем, получается, заказали. Ну, вроде бы как то, что надо. 7 частей. Вроде все я правильно вымеряла. 2,68. Так. Дата. Бестис. Кайл, это кто, Марин? Что? Кайл, это кто? Кейли, в моем классе. А, окей. Почти что 9. Babysitter Club. Я Марина, 8 лет, almost 9. Dream Job. Favorite movie. Monster. Корпорация монстров? Дом USA near Mira. Отлично. А бэйби это что? Baby boss baby. А, окей. Celebrity crush no one. Ты прям как я. Hobby sailing. А Мира есть. Dancing, singing. Sailing это что, продавать, Марин? Sailing это Мира неправильно написала. А, окей. Это шить? Sewing. Она да. Подумала, что я сказала сам. Я поняла. Нет идола. Это прекрасно. А у меня есть. Прекрасно. Что такое props cat? Ну, probably. А, probably? Да, да. I wish I had a babysitter club collection. Так. Не надо. Я буду читать. У тебя любимый певец Оливия Родриго? Оливия Родриго. А почему я никогда не знала? Ну, это та, которая good for you. А я не знала. Пишу. Ты хочешь Париж и Калифорнию посетить? Я не знала. Инструмент, харчо, который хочешь, пиано, пианино хочешь играть? Я не знала. Наверное, Мира тебя может научить. Ну, свою покажешь? Да. Я там забыла написать молодой. Подожди. Молодой кто? Потому что он немножечко... Подожди. Уже состарился? Подожди, подожди. Ну, не совсем, ну да. Частями? Значит, когда ему когда было 20. When you're gonna be editing this video, blur her celebrity crush. Blur it. Кого заблюрить? Когда ему было 20. Celebrity crush. Ди Капри. О, это мой, я тоже его люблю. Это мой любимый актер. Мама, это твой тенок. Да, Титаник. Мне нравится Титаник. Мне тоже. Ты его не до конца смотрела. Да, half of it. Отлично. 4. По крайней мере, во влоге у меня ваша капсула времени сохранится. 5 years. То что, мы это 5 years. Да. Perfect. Я буду 14, мне больше 16. Дурдом, да? Хочешь, чтобы тебе было 14? Kind of. А, kind of? Лет, а? Через 5 лет мне будет 16. And you're gonna drive. Just... Ты будешь драйв на работу. So get ready for that. Придется. А у тебя будет еще целый год до работы. Даже два. Два. I'm sorry, два. Ладно, девочки, хорошо. Ну, я не буду сейчас это открывать. Можно на короне? Так, рассказываю вам историю. Вздумалось мне уплотнить шторы. Вот это вот одна тюлька. Была еще вот столько шторы, вот здесь вот. Я решила, что я хочу густоты добавить. И купила, нашла на Амазоне в своих ордерах, нашла такой же, эти же шторы. Они приехали. Я так была рада, что я их нашла. Я их достаю и понимаю, что они висят уже тут 2 года. И цвет немножко отличается уже от сильно белых, которые пришли, и те, которые висели. И было принято решение, что правильно, постирать. Я постирала, а Рома положил в сушилку. Меня заставили. Температура была low. Но тем не менее, теперь у нас вот так.
Вот это шторы новые, а это постиранные. О, Вера, я не знаю. Короче, я так расстроилась, что легла спать. Да. Мне прям... Ну, прям плохо. Я не знаю, что мне делать. Покупать теперь еще эти шторы. Эти к Марине вешать. Что с этим всем делать? Есть какие-нибудь секреты у вас секретные по этому поводу? Мысли, предложения? Вер. Все не так, как я хотела. Ты уже включила? Да. Нет, это не для одежды. Это какой-то промышленный. Как нам и надо. Okay.